Весеннее равноденствие – одна из четырех важных точек года в нашем календаре, к которым относятся весеннее и осеннее равноденствие, дни зимнего и летнего солнцестояния. В этот день солнце переходит из южного полушария в северное, и наступает весеннее равноденствие, то есть день становится равен ночи. Именно в этот день солнце делает поворот на лето. К этому дню Земля наконец-то просыпается после долгих морозных месяцев. Пролетают жаворонки, распускается пушистая верба, солнце наполняет землю радостью и светом. Считается, что в день весеннего равноденствия весь мир замирает, приостанавливается, находится между темными и светлыми силами, между зимой и весной. Люди верили, что тонкая грань между миром духов и людей в этот период стирается и открывается портал, благодаря чему все мечты и желания сбываются очень легко, так же, как и страхи и сильные эмоции. Поэтому очень важно мыслить позитивно и следует отпустить прошлое, уже прожитое. Многие народы в древности считали, что этот день исключительно важен в войне сил злых и добрых сущностей. Конечно же, победа всегда за светлыми духами, которые приносят с собой весну, тепло и солнечный свет. У многих народов день весеннего равноденствия служит для проведения различных обрядов и ритуалов, связанных с плодородием. Это и понятно, ведь уже через несколько недель начинаются сельскохозяйственные работы. А еще потому, как пройдет день весеннего равноденствия, в древности люди предсказывали будущее, заговаривали себе на счастье. Символом этого праздника считают жаворонка, который первым из перелетных птиц возвращается в наши края. В этот день пекут булочки и печенье в форме жаворонков и угощают ими родных, близких, друзей и прилетающих пернатых. А солнце всегда считали главным символом праздника. Легенды гласили, когда ночь и день сравняются, боги света сойдут на землю, чтобы проверить, что происходит у людей. Солнце Ярило было главным весенним богом. Ему посвящали обряды и приносили дары, восславляли его победу над холодом и смертью. А что же можно и категорически запрещено в этот день? Мысли в день равноденствия определяют будущее. Нужно желать только хорошего и положительного. Запрещено ссориться, выяснять отношения. Отрицательные эмоции провоцируют разрушение и могут испортить жизнь. День равноденствия – момент почитания предков. Это день обновления мира. В этот день ходят в гости, несут с собой радость, в качестве даров берут выпечку. Добра и светлых мыслей нам всем! До новых встреч!